Так, для того, чтобы в детстве не заслужить прозвище «девчонка», а когда вырастешь и вовсе, чтобы не назвали бабой, мужчина должен вести себя правильно. Он должен демонстрировать мужское, маскулинное поведение. Но каковы правила этого поведения? Понятно, что они зависят от исторического и культурного контекста. Маскулинность мушкетера отличается от маскулинности бизнесмена или от маскулинности рок-певца. Все они должны демонстрировать разные качества, разные компетенции. Опять-таки, все они должны быть успешными, все они должны проявлять силу характера. Американский исследователь Роберт Бреннан попробовал сформулировать несколько принципов или норм, из которых складывается успешная маскулинность. Во-первых, без бабства, то есть мужчина должен избегать всего женского. Во-вторых, принцип «большой босс». Мужчина должен добиваться успеха и опережать других мужчин, должен быть лидером. В-третьих, крепкий дуб. Мужчина должен быть сильным и не проявлять слабость. В-четвертых, принцип, который можно сформулировать так – задай им жару. То есть мужчина должен быть крутым. Он не должен бояться насилия, если есть необходимость. Он должен всегда быть готов вступить в бой. Но вот важно понимать, что все эти качества проявляются только по сравнению с другими мужчинами. То есть мужчина находится постоянно в состоянии конкуренции. Успех – это всегда пирамида, и на вершине могут оказаться только немногие люди. Остальные будут все время карабкаться на эту вершину и находиться в состоянии борьбы. Причем современное общество так устроено, что на кого-то конкуренция становится только все больше и больше. Если раньше каждый конкретный мужчина сравнивал себя только с мужчинами своего социального окружения, то сейчас социальное давление гораздо больше, потому что он видит примеры чужого успеха в социальных сетях, он видит их в кино, он видит их даже в новостях. Поэтому мужчина постоянно находится в состоянии вызовов, на который он должен отвечать, а в состоянии достаточно сильного стресса. Итак, поскольку индивидуальному мужчине достигнуть успеха бывает очень нелегко, многие из них стараются компенсировать эту ситуацию за счет того, чтобы примкнуть к каким-то обладающим силой и властью института, какого-то рода сообщества. Это может быть корпорация, это может быть армия, это может быть криминальное сообщество. В крайнем случае, это может быть просто какое-то очень сильное милитаризированное государство. И тогда маскулинность будет определяться по принадлежности к этому сообществу. Таким образом, мужчина частично решает свои проблемы во внешнем мире. Он может презентировать себя как часть какой-то сильной организации, таким образом, как человека, обладающего той силой и властью, которой обладает эта организация. Но вот внутри этой организации он всегда будет находиться в состоянии очень сильной, очень жесткой конкурентной борьбы. Потому что в таких центрах силы, в таких организациях конкуренция бывает особенно сильной, особенно жесткой. Какие ресурсы надо иметь для того, чтобы включаться в эту конкуренцию? В современном мире, в развитых странах, человек должен иметь доступ прежде всего к материальным, экономическим ресурсам и какие-то средства, с помощью которых он этот доступ может получить. Чаще всего это бывает профессионализм, какие-то профессиональные качества, хорошее образование, например. Но если в обществе что-то пошло не так, это может быть и доступ к каким-нибудь криминальным ресурсам. Вот если мы вспомним 90-е и 2000-е годы, то какие образы успешных мужчин мы можем найти, например, в журналах гламурных, в массовом кино? Это будет бизнесмен, это будет успешный программист, интеллектуал, мастер своего дела, но это может быть романтизированный бандит или романтизированный полицейский или милиционер, который ловит такого романтизированного бандита. Но в любом случае мужчина должен выглядеть успешным. В любом случае он должен выглядеть гламурно, то есть он должен иметь доступ к каким-то материальным богатствам, желательно, чтобы у него была хорошая машина, желательно, чтобы он был хорошо одет, желательно, чтобы он при этом был привлекателен, силен, обладал мускулами. Те же мужчины, которые не могут быть настолько успешны, которые не могут приспособиться к позиции власти и успеха, они оказываются в очень сложном положении, потому что для таких мужчин позитивных сценариев в нашем обществе нет. Их поведение называется несостоявшаяся маскулинность. То есть им приходится все время оправдывать свой неуспех за счет каких-то жизненных обстоятельств. Либо просто спиваться, что тоже, к сожалению, очень распространенный вариант. И тем не менее, почти все мужчины должны ощущать себя в состоянии той или иной степени неуспеха. Так работает гендерная идеология. Потому что для того, чтобы были победители, обязательно должны быть побежденные.